В омском велотреке состоялся этап Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою в памяти сержанта-десантника, героя Советского Союза Николая Чепика. У мемориала богатая история. В этом году медали турнира разыгрывались 28 раз. В разное время на этих соревнованиях оттачивало свое мастерство целая плеяда знаменитых омских бойцов. Победная традиция сохранилась. В категории до 70 килограммов золотую медаль мемориала выиграл спортсмен 242-го учебного центра ВДВ Алексей Евдокимов. В решающих поединках он взял верх над рукопашниками из Москвы и Екатеринбурга. Более такое, я думаю, что получалось, это борьба, переход с ударной техники в борьбу. В процессе поединка смотрел слабые, где могут пройти удары, этим и пользовался. Ну, главная заслуга этой тренера, Тонова Виктора Алексеевича, ему большое спасибо. Самый яркий финальный бой турнира – схватка в категории до 75 килограммов. Тимирхан Гасанов, он в синем шлеме, спортсмен команды Военного института физической культуры из Санкт-Петербурга, сразился с бойцом сборной ВДВ Леонидом Смирновым. Динамичный, наполненный резкими техничными атаками поединок. По судейским запискам со счетом 2-1 верх взял спортсмен из северной столицы. Очень хорошие комбинации у меня получились. Все, что я запланировал, все получилось. За счет скорости выиграл, так как проходил сборы в Республике Дагестан 3 недели. Подготовился хорошо. В командном споре отличились рукопашники сборной воздушно-десантных войск из Москвы. Спортсмены умело применяли весь технический арсенал армейского рукопашного боя. Второй комплект наград завоевала команда Центрального военного округа из Екатеринбурга, бронза у спортсменов Военного института физической культуры из Санкт-Петербурга. Итоги соревнований подвел почетный гость мемориала, герой Советского Союза Николай Кравченко. Да, ребята действительно показывают очень высокие результаты. И особенно в финале они уже получили травмы какие-то в боях, понимаете? И тем не менее выходят с этими травмами и продолжают вести бой. Это вообще мужество высокого класса. Поэтому я думаю, что эти ребята все молодцы. Следующий этап Кубка Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою пройдет в октябре в Барнауле.